1 сентября – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов. Для самых маленьких первоклассников это праздник первого звонка. Ну а для тех, кто постарше, учеников, студентов, учителей и преподавателей – праздник начала учебного года. Вот и стали вы на год взрослей, тех, кто впервые переступит школьный порог, кто впервые сядет за парту, делает очередной шаг по длинной, такой интересный, полный открытий школьной дороги. 1 сентября в школах неизменно. Сделай школу. Ура! Завтра в школу! И про парту не забудь.
Давай. Стеночка, вставай. А журнальчик подождет. Только не подглядывай. Сейчас я спрячусь, не найдешь. Все, ищи. Как же он меня нашел? А журнальчик подождет. Иди прятайся. Я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Опять искать? Ну хорошо, иди опять прятайся. Я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Ну хорошо, я считаю до 5, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Кто не спрятался, я не виновата. Надо подучиться. Нашла! Мишка! А я тебя нашла. Мишка, я тебя нашла. Мишка! Нашла! Нашла! Тебя нашла? Туки-туки, Мишка!
тень. Чего это он там крадется? Встречает, что ли, кого? Кого?
что мало. Кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка. Мамы учат мыть копытца непослушных поросят. Вот идут они к корыцу, пятачки у них блестят. Если утром дети улыбаются, солнце в небе ярче улыбается. Надо знать, конечно, что болеют часто те, кто живет в грязи и пыли, кто забыл о чистоте. Мы с тобою все же люди, ведь не зря так говорят. Неужели мы же будем хуже поросят? Если утром дети умываются, солнце в небе ярче улыбается. Если утром дети умываются.
Это что? Я уже не мама? Ha ha ha!
прячемся. Эх, пропадает номер. О, может, тебя побили? Начнем расследование. Раз, два, три, четыре, пять. Буду мультики искать. Микрофон в строке нажму. Маша и медведь скажу. Вот как все просто.